Кто пригласил? Меня пригласила Кристина Петренко. Я очень рада, мы с ней познакомились. В такой атмосфере очень интересной. Было верное воскресенье, и мы с ней в церкви познакомились. И она меня пригласила. Я очень рада, я довольна, я попробовала. Я почему не активно не участвовала, я всегда стараюсь на себе попробовать то, что я буду когда-то предлагать и говорить. Я попробовала на себя эту продукцию и очень довольна. У вас это какие-нибудь результаты были? Вы маску сейчас взяли? Я все заказал. Я сказала большое, да, большим баком. Я пользуюсь и бодибаг, и всеми масками, и всеми. Там давно уже? Месяц. Какие у вас результаты? Ну, результаты, я чувствую результаты. Меня кто не видел, а я чувствую результаты. Результаты хорошо. Вы, знаете, вам очень понравилась продукция. А вот бизнес чем вас заинтересовал? Бизнес, я как таковой этот бизнес не знаю, никогда не занималась. В силу моей трудовой деятельности у меня практически нет времени. Я до 12 вечера бываю на работе, до 11 дома работаю. И вот из-за этого я не могла попасть к вам вот на такое мероприятие. Поэтому я загруженный человек по работе. Не могу пока отработать. Понятно. Поэтому у меня вот бизнесом заниматься времени нет. Но я пытаюсь. Хорошо.